скажем всем по привету, да? Привет! И с нами, с вами снова мы, дома снова с детьми. Все, сегодня у нас какая задача? Есть такой праздник, день такой... Матери, бывает. Но сейчас у нас 23 февраля, это День защитника Отечества. В прошлом этот праздничек у нас назывался День Советской Армии и Военно-Морского Флота, вот что-то такое было. Но, так или иначе, для этого, на этот праздник всегда поздравляют мужиков, это День мужчин, то есть нас. А мы с вами сегодня сделаем какой-нибудь подарок для дедушки. Мерза. Да? Как зовут дедушку? Мерза. Мерза, да. Вот, для дедушки Мерзы мы сделаем, собственно, подарочек. Так, а давайте, значит, какие есть какие-то предложения, о чем сделать? Джип. Джип. Замучаемся. Давай танк сделаем. Давай, все, будем делать танк для дедушки. Сначала что мы делаем всегда? Рисуем. Вот так, да, я вот это вот уберу по сторону, а то все закрывает весь внешний вид, весь после. Так, берем бумажку и рисуем. Значит, танк. Как у нас он выглядит? Кто-нибудь помнит, как танк выглядит? Да я умею рисовать. Давай, ты рисуешь танк. На, ну, возьми себе карандаш, каким будешь рисовать. Вова, ты знаешь, как танк выглядит? Нет. Ну тогда посмотришь, как вот Дима нарисует, как я нарисую. Значит... Нет, так, я знаю, как этот танк. Я знаю, как этот танк. Ну рисуй, я же не говорю, я про Вову говорю. Смотри, мы будем делать вот такой танк. Значит, делаем вот такой вот прямоугольник. Ну, наверное, давай сразу по объеме его нарисуем. Бэм. Значит, на нем мы сделаем вот такие гусеницы. Джук, 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 джук. На них нарисуем вот такие колеса. Чего? С той стороны тоже будет гусеница. Джук. С колесами. Здесь наверху мы его сделаем. Что, башню, наверное, да? Такую башню квадратную сделаем. Наверху. Что, почему танк так делается? О, в каком смысле, как тебе объяснить, почему? И здесь сделаем ему дуло. Оп, оп, вот такой. Да, и получится танк. Здесь нарисуем звездочку. Да? Че, Дим, похож на танк? Да? Вот, похож на танк? Да. Да? Вот, смотрите, вот такой танк мы возьмем сегодня и построим. Не очень понятно как, но как-то так, наверное. Что? Такие кабинки наверху. Да, но мы же не сможем все прям досконально сделать. Ну, кабинок не будет, наверное, или будет. Чуть проверим, сможем, не сможем. Сейчас решим. Так, ну что, надо начинать с квадрата, наверное, да? Да, и прямоугольник. То есть прямоугольник. Вот, ты тоже будешь что-то делать? Резать будешь что-то? О, давай покажем. Вот, смотри, вот Дима тоже танк нарисовал. Вот такие танки будем делать. Молодец, Дим, кстати, похожий. Так, ну что? Так, листочек. Листочек. Так, ну, такие нам подойдут. Нет, нет. На, попробуем небольшой танк сделать, да? Да, а маленький? А маленький. Я попробую вырезать детальки. Так, давай. Угу, вот. Ой, карандаш упал, но не было. Ничего, поднимай. По-моему, насчет этого нужно детальки вырезать. Ну ладно, вырежу ровный квадрат. Папа, можно еще сделать какую-то пирамиду? Можно пирамиду сделать какую-то. Из бумаги можно сделать вообще все. И пирамидку. И пирамидку. Пирамида солнечная. А бывает солнечная пирамида? Солнечная? Наверняка бывает. Она настоящая? По-моему, бывает. Оп, смотри, пирамида похожая.
Блин, я тут... Папа, я тоже вызвал. Похоже на пирамиду. Все плавились, но она потеряла. Папа, я похожа на солнечную пирамиду. Это моя пирамида. Да, Вова, это очень похоже на солнечную пирамиду, Вова. Да, Вова, это очень похоже, да, это прям солнечная пирамида, стопудовая. Мне надо приклеить ее. И, но... Дим, классно, теперь бери, пожалуйста, его, иди за тряпочкой теперь и утирай пол, пожалуйста, раз ты так пытался взять, Дим. Да, молодец, перестарался, теперь вот постарайся еще раз с тряпочкой только. Папа, ты меня душно клеить. Клей, ну на, давай, я помогу вам открыть. Все? Теперь будешь стараться нормально? Клей. Молодец. Ну, Дим, ну просто специально, не специально, но на полу рисовать нельзя. Ни специально, ни не специально. Так, слишком маленькие. Папа, ответ, я много капелек. Не надо много капелек, Вов. Чтобы приклеить такую маленькую солнечную пирамиду, достаточно одной капельки, а не много капелек. Видишь, что нажимаешь, и клей из-под нее вылезать начинает. Это не очень хорошо. И поэтому такую солнечную пирамиду смешную делаю. Ну, просто ты клей портишь и все, а не пирамиду солнечную смешную делаешь. Оп, маленькая пирамидка. Папа. Что? А это катер такой вот. Катер такой? Да, вот на вот это. Я его тоже приклею. Тоже приклеишь? Я приклею. На, держи. Хорошо. Все, чему ты придумываешь хорошие названия, все приклей. Так. Ну, вот это явный корпус у нас давай, да? Костюм называется тоже так. Так. Блин, мы гусеницы только утомимся, наверное. Это овал делает. Чё? Овал мой дед. Овал? Ну, вообще, будут какие-то толки, может сделать овал. Ну, можно сделать овал, конечно, но это будет не гусеница. Это будет гусеница. Ну, гусеницы же овальными не бывают. Бывают по-нашему, пап. По-нашему? Угу, мы же все делаем по фантазии. Там ставим плоткость, ставим за мной, где плоткая. Где плоская? Ну давай посмотрим сейчас. Да за фантазию сделаем что-то. Фантазия. Mm. Фантазия может быть. Так что я уверен, что она есть. Фантазия? Угу. Ну, Дим, тут еще инженерная мысль должна быть помимо фантазии. Что как бы... очень хочешь, конечно, и фантазия у тебя есть, но если это технически невозможно сделать, то это технически невозможно Пап, сделать. Вырезать мне танка. Танка? Угу. Как тебе я могу вырезать танк? Ну как вырежешь? Как вырезать? Из чего? Что ты хочешь? Из бумаги. Из бумаги? Ну, какой? Почти какая-то. Твоего танка или чего? Какого танка тебе? Ну, хочу почти как этот, но детского. А как же я тебе вырежу почти как этот, если у меня, ну, не нарисован? Если ты мне нарисуешь как почти как этот, я тогда смогу его вырезать почти как этот. А так ты мне предлагаешь самому, что ли, придумать танк тебе и вырезать? Папа, ты сделаешь детали, я тебе сделаю детали для танка, а ты их склеишь? Угу. Ну, Дим, так у нас не получится, наверное. Нужно просто вот смотреть на свой танк, как я вот нарисовал его, смотрю и делаю такой. Папа, две капельки. Молодец. Одну капельку, потом так, 8 капель, и я дам тебе еще. Это смешно, это...
Рисую, потом вот так хорошо. Папа, это что, это пушка? Нет, это кусок корпуса, я бы сказал. Кусок корпуса? Ой, он как-то падает весь. Да, не очень удобно так клеить, да? Ну ладно. Оп. А теперь ты дашь мне снова клеить? Теперь снова? Да. Ну, давай, дам тебе. Теперь снова клей. Ой, не туда засунула. Давай перезасунем вот сюда. Вот так, раз. Оп. И раз, все. Капельки делаем. Кап. Как дождик. Он похож на брикет. Я же... Дим, не великий гений, чтобы знать, какой ты танк хочешь. Это корпус самолета. Да? Вот я корпус самолета. Вов, как у тебя здорово получилось корпус самолета сделать. Вот это такие крылья. Крылья? Да. Это крыло и вот это крыло. То есть два крыла. То есть два крыла. Здорово. Для самолета, но я неправильно приклею, неправильно. Что, надо корпус присоединить к самолету. Я не понял. Ну, ничего, вот. А то вырежи другой корпус и тоже присоединить к самолету. А вот это два уголка, я сделаю уборку и намажу сюда клей, намажу на бумагу на качу и приклею осторожненько, получите самолет. Давай, намажь, приклей, получится. Если отрезать кусок бумаги. Кусок бумаги. Давай отрезать. Так, можно так? На танк? Ну, конечно, Дим. Ты же танк рисуешь, очень похожа на танк. Схему рисую. Я видел у себя детка, смотри, как танки. Там мне показывали танки в программе. Папа, лучше такие, как я. Я не смог крыло сделать, не могу сделать. Не смог? Да. Почему? Я не умею делать крыло. Не умеешь? Только из-за этого не смог? Да. Ну ничего страшного. О, просто смотри на это и получится. Это такая, это такое крыло, которое я клею. Нет. Лучше обвести. Нет! И вырежь так! Нет! Так не получится у меня, я так ладно, не могу получится. Делать. Получится. Что, тебе крыло надо сделать? Да. Да, Диме, а можно вот эту бумажку возьмем? Ага, нет, я ее вообще вырежу, мне вообще... Смотри, крыло. Такое? Мне нужно такое вот. Треугольное? Да, как вот это. Давай. Треугольное. Вот. Треугольная, как вот это, на, держи, приклеив. Клей. Так, вот, смотри, клей, корпус танка мы сделали. Давай гусеницы не будем делать. Сейчас мы приделаем башню и пушку. Она будет нам хорошо. А гусеницы мы нарисуем. Потому что их делать полно. Так. А, нет, башню. Нет, на чем будет стоять? Как на чем? Мы сейчас, смотри, нарисуем вот эти гусеницы, и он на них будет стоять. Вот так. А мы потом фломастером нарисуем, давай. Чтобы она, ну, не давить карандашом, возьмем фломастер и нарисуем. Папа. Он будет на них стоять. Я еще чуть-чуть налею клей. Давай, налей еще чуть-чуть клей. Нет, пап. Чего? Мы просто нарисуем и сделаем, а не будем на них стоять. Будет? Нет. Нет, не будет по-нашему. По-нашему не будет, а по каковскому будет. Тоже не будет. Не подкомнить. Нет, он подняли. Он, нет, подниматься он на них папа, не будет. Папа, смотри, крыло получилось. Просто как будто бы на гусеницах.
Мы же понарошку танка не настоящий делаем. Точно, Дим. Вов, очень хорошее крыло получилось. Он будет над танком летать. Над танком будет летать? Да. Ну хорошо, давай пускай. Потому что я могу делать самолеты же. Ты мне делаешь палата. Папа, ты мне поможешь делать? Тут ковыряешься. Папа. Что, Вов? Ты поможешь делать еще одно крыло. Еще одно крыло? Да, стоп, тише. Ну, наверное, помогу. Чтоб пикалеть. Почему так без линейки-то работает? Папа, почему ты делаешь без линейки? Потому что у меня нет линейки. Я делаю без линейки. У тебя нету линейки. Потому что я ее не купил, а мне дома она не нужна была. И ты ее выкинул? Нет. А куда положил? А, на шкаф положил, и теперь не могу достать его. Как ты положил так высоко? Я взял лестницу, залез на шкаф и положил. Да, ребята, нет у меня линейки. Чего? У меня есть большие только линейки для строительства, а маленьких таких нет. Почему маленьких таких нет? Потому что они мне не нужны были, Вова. Представляешь? Мне они вот первый раз за много времени понадобились. Линейку положил цветную. Зацветную? Да. Здорово. Я так пошутил, что тебе надо вот цветная линейка. Пошутил-то? Да. Что тебе надо вот цветная линейка. О. Танки бывают. Наверное, смешно было, да? Что так пошутил. Так. Все пошутили, и я пошутил. Давайте, так, вот это мы сейчас быстренько сделаем. Я хочу, чтобы ты сделал мне танк. Да ты что? Вон там машина-танк на колесах. Да, конечно, сделаю, ну просто как мне потом, Вов. Сейчас мы дедушке сделаем машину-танк на колесах. Как вот там. Как мой танк. Да, твой танк. Ну, на колёсах пойдём мы вырежешь вот этого. Вот этого? Я ты его приклеишь, да? Что, я хочу возьмую пушку. А это? Я хочу возьмую пушку. А я вот этого надо дедушке. Хотя бы он тоже красивый. Давай, сейчас я... Просто будет плоский. Просто плоский, здорово, нет? Просто будет плоский, но тоже красивый, любопытный, как плоский будет. Здорово. Папа, смотри, как я руку. Как же, Вова? Вот так вот. Вот так вот? А ты не упадешь вот так вот? Нет. Нет? Ну тогда хорошо, что ты так. Да у него нога с вот этим, одного веса. С вот этим? Да, с тобой это. Одного веса это левый маг. Одного веса и левый маг. Может так держать, Вов. Можешь поставить без руки и двину? Ребят, давайте мы не будем падать и разбиваться сейчас и мазаться зеленкой. Хорошо? Нет, я так спускаюсь. Хорошо, Во? Папа. Что? Я могу снизу головой спускаться. Что, у тебя самого не получится такой танк вырезать, Дим, папа, да? Папа, а я могу снизу головой. Хорошо, Вов, просто ты попробуй вниз головой не упасть, ладно? Дим, это я из этого пива. Вов, мне хочется. Да. Ребят, ссориться прекращайте, пожалуйста. Вов, па, это все из-за тебя. Па. Че? Па, он утек, и я влил тебя. Ну, возьми тряпку и вытрись, Дим. Вова, сюда подойди. Дим, мы тоже попить. Тоже. Ты зачем дергал, Дима? Хотел тоже попить. Мне тебя дергать, если ты хочешь, чего? Нет. Если я захочу. Почему ты дергаешь? Не знаю. Иди быстро извиняйся. Прости. К Диме подошел, извинился и обнял его. Прости. Ничего страшного, Дим, мы потом с тобой эту майку повернем, все будет хорошо. Все. Дим, ты попил, больше не каешь? Садись, мы тогда сейчас доделаем все, а потом пойдем разбираться с твоей майкой. Мне не нравится твоя майка. Ну, ты думаешь, ты поплачешь, и что, полегче тебе станет?
Дим, тогда что ты ноешь? Это не было. Ну и все, переставь, пожалуйста. Сейчас мы с тобой доделаем все, что мы начали делать, а потом будем разбираться с твоими майками. Понял? Ты стукнул в голову? Нет, я не стукал. А что ты сделал? Ну, он же не плакал. Что ты сделал? Сейчас он тебя обнимал. Что ты сделал? Я хотел и забыл, что надо сказать словами, а не толкать, надо делать. Вот теперь, раз ты забыл, пойди, пожалуйста, к Вове. И теперь ты извинись, что ты его толкнул и забыл словами. Вот так вот, мы забыли словами и решили, что нужно потолкаться. Ну что уж тут поделаешь, такая жизнь. Довольно? Я с ним даже поговорил. Ну, да, с ним поговорил даже. И что? Ну, ты видишь, ты расстроил человека, он плачет. Я по-моему, нравится так. Я тебя спокойно защитил. Я сказал, что там Гикубова не надо так делать. Я там, да, изменись перед Димой. И что получилось? Что Дима взял и его обидел. Это нормально так? Дим, запомни, пожалуйста, что так делать нельзя. За стол сядь, пожалуйста. Ну что, пап, выжи мне танка. Дим, а мы уже помирились с тобой? Давай тогда помиримся. Сколько хочешь, тогда давай помиримся, ладно? Ну, Дим, просто очень плохо поступаешь, что с тобой дружить не очень хочется после этого. Ой. Давай ты нормально себя будешь вести. Вова, иди к нам мириться. Вова, ты мириться будешь с нами? Что-то толстовато, да? И тяжеловато. Давайте попробуем другую сделать кушку. Не обязательно такую большую. Ну, можно еще сделать такой, как у меня, банка малюсенький. Да, ну большая кушка, она плохо будет себя вести. Вов, идешь к нам мириться?
Давай, иди к нам. А можно, кстати, соединить, что будет длинное? Она не удержится. Надо аккуратно быть, потому что то, что мы делаем, оно может не удержаться. Также сидеть такое на гусеницу и поставить его. Угу. Он упадет. Во, будем медленно, во. Не поздравить себе что-нибудь? Да, ты не хочешь мириться, Вов? Вот так, да. Ну, а что, ты будешь теперь обижаться до вечера? Может, он тебе как-то сплющит? Дима же что-то тоже не хотел тебя толкать, он уже извинился перед тобой, что он так больше не будет тебе делать. Потому что, может, тут так сплющится, mm-hmm. может упасть еще. Да, может даже так упасть и расплющиться ниже. Я хочу, чтобы соединилось. Чтобы соединилось? Угу. Так. Так, и теперь мы вот так вот здесь бахрому, наверное, сделаем. И на эту бахрому приклеим все. Надеюсь, он выдержит. Ну, клей у нас хороший должен быть. Не знаю, как вытянуть, но у меня же есть бумага. Так, вырежу только где полоска есть. Где так. Полоска есть? Угу. Ну что это там будет выжить? Нет. Я умею рисовать. Ну, хорошо. Угу. И еще. Так что я могу нажать такой. Вот, сейчас мы пушку вот так приклеим, будет она тут сохнуть. А мы сейчас вырежем тебе танк, да? Вов, ну что, ты будешь мириться со всеми? Там, ты не хочешь не больше ни с кем дружить? Мы не ливаем, ну какой танк. Ну, тебе, так, ну тебе же одному скучно будет, нет? Mm-mm. Нет, будешь один там сидеть под столом и ни с кем не будешь дружить больше? А чего? Ну, Вов, ну тебе же грустно будет там одному сидеть. Не буду указать. Дим. Вов, пожалуйста, ты мешаешь очень сильно тем, что ты стучишь. Если ты хочешь грустно сидеть, иди сиди грустно в комнату. А здесь мы играем. Ты меня понял? Что? Поможешь мне, бумага? Да? Угу. Вов, ты слышал меня? Мне ругаться нужно начинать обязательно. Тогда, пожалуйста, послушай меня, вылези оттуда. И перестань греметь громко. Слышишь меня? Вов, мы тебя любим и хотим с тобой играть. Ты нас не любишь, не хочешь играть? Или все-таки любишь и хочешь играть, просто обиделся? А, Вова? Если ты просто обиделся, выйди тогда, пожалуйста, сюда. Давай с тобой обнимемся и ты перестанешь злиться на нас, хорошо? Вов, ты слышишь меня? Ну, Вов, ну тогда извини, тогда, когда закончишь слиться, тогда приходи. Вот такой танк у нас Дима нарисовал, мы смогли ему вырезать. Нужны эти штуки. Иди сюда, Вов. Бери табуретку свою, ставь на место, пожалуйста. Давай сюда, поднимайся. Ты меня слышишь? Давай руку, я тебе помогу встать. Давай, давай руку, я тебе помогу встать. Все, иди сюда. Давай. Я тебя люблю очень, Вова. Пожалуйста, не надо так обижаться и убежать под стол. Хорошо? Да. Все, не обижайся. Давай,
Дима, обними тоже Вову. Скажи, что ты его любишь. Хорошо? Хорошо? Дим. Сейчас положу это на вот это. Коплю вместе. Все, положил. Нужно банк. Ты слышал, что я тебе сказал? Все, давайте. Скажи, что ты любишь Вову. Прекрасно. Все, Вова, садись, пожалуйста, за стол. Так, вот это можно? Да, можно. Так, что у нас тут? Дуло-то приклеилось. Вот, смотри, у нас тут дуло приклеилось. Давай мы сейчас вот так вот сюда намажем клеем. Делаем дуло к танку. Так, раз. Все прекрасно. Есть дуло, есть танк, есть пушка. Сейчас я могу поломать. Так, вот у нас есть фломастеры, смотри. Какие-то есть зеленые фломастеры. Есть где-то есть красный. Вот, есть вот черный. Берем так вот танк, рисуем его. Черную гусеницу. Колеса рисуем. Раз, два, четыре. А вот такая гусеница у нас. Раз, два, три, четыре. Сначала